Красноярскую краевую библиотеку после реставрации привезли старинные книги. Одна из них была написана еще в начале 16 века. Это рукописное Евангелие. После реставрации оно получило вторую жизнь. Мастера полностью восстановили переплет, обложку и даже некоторые страницы с текстом. За год специалистам удается обновить более 10 различных изданий, после чего любой желающий получает возможность изучать эти книги, правда, только в стенах библиотеки. Книга чаще всего в таком ветхом состоянии, есть в очень плохом состоянии книга, а после реставрации ее не узнать. Реставраторы очень бережно относятся к книгам, доставляют листы бумагой аутентичной того времени. Вот. И буквально по крупицам собирают книгу, расплетают, дезинфицируют ее, доставляют, доливают бумагой листы, доливают листы. В общем, работа очень кропотливая. Иногда, значит, для переплета привлекаются мастера и других спецификах. Так, например, вот для реставрации Евангелия 1606 года здесь поработал специалист по металлу.